Доброе утро всем. Давайте посмотрим карты выходного дня, что нас ожидает. Ну, сегодня вы услышите хорошие новости для себя. Да и вообще не то, что сегодня, а вот с этого момента, как вы нашли, 24 плюс 12, 36 часов, вот так вот скажем. Вы услышите хорошие новости. И еще вы, вот эти выходные, у нас сегодня суббота, да, вы как-то необычно их проведете, не так, как всегда. У вас обычно как-то вы отдыхаете, либо как запланировали, либо дома, либо в привычное место. В общем, начиная с этих выходных, у вас кардинально поменяется даже отдых. Вы будете по-другому проводить выходные дни. Перекресток тоже показывает нам о том, что вы стоите перед неким выбором, да, ну, следует довериться своему сердцу, это однозначно. Вот там, видите, в области груди вот такой вот свет, да, то есть доверьтесь своему сердцу, и вы поймете и примете правильное решение. То есть вы пойдете своей дорогой, не ошибочной. Клевер нам говорит о том, что вас впереди ждут замечательные изменения. Ну и смотрите, видите, как вот клевер, там как вот цветочек, да? Те, с кем вы будете работать, человек обладает... Если вы будете работать, да, вот-вот в ближайшее время, человек обладает магией растений, трав и цветочная, травяная. В общем, этот человек, женщина, она непростая, она умеет исцелять. А, между прочим, вот у нее это вот платье, она такая вся закрытая, да, она даже сама об этом не знает, но когда вы с ней будете общаться, вы поймете, что она это уже умеет. То есть вы даже больше поймете про нее, про ее способности, чем она сама. И, в общем, эта женщина, она вам может помочь очень даже. Она любит цветы и все такое вот красивое, но она еще до конца не раскрыла свои таланты. То есть это неопытный такой прям практик с большим опытом. В общем, если у вас есть на примете... Ой, слушайте, ну это не эзотерик. Это однозначно не эзотерик. Это карта у меня идет с ассоциацией как... Ну, она маг. Она точно не эзотерик. В общем, либо вы планируете с ней встречу, и вы будете очень даже приятно удивлены, что среди таких людей, которые вот еще не знаменитые, короны на голове еще пока нету, да, но что у нее очень хорошие результаты. Вот она вам будет рассказывать, вот у меня можно и вот это, но несколько скромничает. В общем, карты выпали такие, можно сказать, духовные. И трепещущие, затрагивающие вашу душу, да. Но еще раз вот вам скажу, вот на заднем плане, вот здесь, да, что я вижу, вы на самом деле примете действительное решение, идущее от вашей души, от вашего сердца, и оно вам поможет в жизни. В общем, знаете, что хочу сказать? На самом деле цените таких людей, которые попадаются вам на пути, да, и которые не кричат, да вот, я такой, я такая. Туда обычно человек, который действительно умеет что-то, он не будет хвастаться. Он не будет хвастаться, он вас выслушает, потом скажет, что, чего и как. Слушайте, ну я думала, что вот 36 часов, да, на самом деле я еще постараюсь вечером сделать вам интересный расклад, потому что меня это все вот затягивает, а мне уже и ехать надо. Дел тоже у меня есть куча. Когда-нибудь, когда я это захочу, я буду только принимать людей. Но пока все-таки я не могу поменять жизнь в социуме только на социум, да, тоже, либо только на людей и сидеть принимать дома. Все-таки я отношусь к тем людям, которые получают удовольствие и от жизни, и от того, что у нас вокруг. И это все-таки земной жизни. Она нам доставляет много удовольствия, если вы не уходите в себя. В общем, вот.
Вот такие хорошие изменения у вас будут. Так что хороших вам выходных. С любовью, Каролина.